сегодня я вам показываю вот такие бейсболочки. Бейсболочки есть разных цветов. Есть велюровые с металлической застежкой, есть попроще, просто хлопчатобумажные пластиковой застежкой. На них можно сделать нанесение, вот такое вот яркое нанесение. Конечно, чем больше цветов мы наносим, тем дороже получается. Но если тираж позволяет, тираж большой, тогда можно сделать недорого. Главное, чтобы их было, ну, как минимум 50, тогда цена будет вполне реальная. Вот такие яркие, красивые у нас есть бейсболочки. Фирма «Золотая сфера». Звоните, заказывайте.